Меня зовут Бобкова Виктория. Мне 8 лет. Я учусь в 12-й школе Новочебоксарска во 2-м Б-классе. Сегодня для вас я приготовила маленькое стихотворение о себе. Добрый день, мои милые друзья! Вас приветствует Виктория. Я живу в семье большой, такой любимый и родной. Папа, мама, брат, сестра, старшая в ней – это я. Активная, задорная, красивая, упорная. Люблю петь и танцевать, люблю красиво рисовать. По дому маме помогаю и никогда не унываю. В школу с радостью хожу и со спортом я дружу. Свое здоровье укрепляю, чего и вам, друзья, желаю. Всем побольше улыбаться и никогда не огорчаться.